Емкость для хранения жидкого топлива, которое было запрещено к использованию еще в прошлом веке, из-за повышенной взрывоопасности и токсичности. Ник и Патрик восстановили этот аэрокар, но не все проблемы с электрикой решены. Бортовой компьютер и передние фары не функционируют. В свободное время я могу заняться их ремонтом. Похоже, на эту устаревшую машину упало что-то тяжелое. Я читал, что раньше люди использовали эти ящики для получения почты. Это был очень ненадежный способ. Еще там говорилось что-то о голубях. Красная табличка говорит о том, что помещение обесточено и никем не используется. Кто там? Несмотря на научный прогресс, люди иногда отдавали предпочтение примитивным транспортным средствам. Думаю, конструкция этого велосипеда не выдержит мой вес. Я мог бы найти здесь много полезного, но сейчас нужно выполнить другую задачу. Может быть, мне удастся вернуться сюда позже. Полицейские опечатали квартиру. Видимо, связного разоблачили. Полицейский пневматический замок. Его невозможно вскрыть без специального оборудования. Нужно найти другой способ попасть внутрь. Я мог бы попробовать срезать замок резаком, но тогда сработает тревога и меня обнаружат. Пусто. Люди параноидально заботились о своей безопасности. Эти двери могут выдержать даже небольшой взрыв. Люди выбрасывали много полезных предметов. Большая часть моих устройств была собрана из того, что люди выбросили как мусор. Сейчас не время изучать содержимое этих баков. Мои приоритеты изменились. Обломок бетона. Зачем мне обломок бетона? Бесполезный предмет. Максимальная мощность тока 1,21 гигаватт. Пожарная лестница. Она проходит возле окон квартиры номер 5. Но мне до нее не дотянуться. Кроме того, на этих окнах решетки. Надеюсь, заряда резака хватит, чтобы их прорезать.
могу бы дотянуться до лестницы с помощью этой трубы. Нужно только отсоединить ее. Мне не удалось отсоединить трубу руками. Нужно найти что-то тяжелое и попытаться ее выломать. Лучше оставить последний заряд рюкзака на оконную решетку. Кроме того, эта труба не выглядит прочной. Можно попробовать выломать ее как-то иначе. Зачем мне обломок бетона? Бесполезный предмет. Вероятно, я смогу выломать эту трубу с помощью кирпича. Это редкий случай, когда грубая сила эффективнее, чем наука. Отлично. Теперь я смогу дотянуться до лестницы. Не выходят. К сожалению, я не могу подпрыгнуть. Я могу использовать трубу, чтобы дотянуться до лестницы. Может быть, я смогу встать на этот обломок и дотянуться до лестницы. Кажется, полицейские меня не заметили. Полиция в этой части города довольно активна. Нужно быть осторожным. Интересно, эта коллекция книг собрана связным? Или она была здесь еще до его появления? Сейчас я не могу взять с собой лишний груз. Лучше я вернусь сюда позже, когда у меня появится возможность оцифровать эти книги.
На полках стоят книги и различный бесполезный хлам. Не поверишь, но я своими глазами видел, как чертов робот угнал аэрокар. Не понимаю, как вообще робот может сделать такое. Может быть, в башке что-то коротнуло. Слушай, выключи автоматические обновления у Джеффа на всякий случай. Вдруг это какой-то баг. Лучше перестраховаться. Связного. Эта модель новее, чем те, что я видел в больнице. Функционирует. Возможно, в интеркоме есть ценная информация, которая поможет мне найти диск данных. Элегантное оружие менее цивилизованных времен. Боеприпасы для этого оружия давно не производятся, поэтому оно бесполезно. Разбирать его тоже не имеет смысла. Его конструкция слишком примитивна. Очевидно, полицейские тщательно обыскали квартиру. Они пытались найти то же, что и я. Станция отличается от моей не только расцветкой, но и типом подключения. Я не смогу здесь подзарядиться. Уровня моего заряда хватит еще на 21 час. Он составляет 87%. Зарядиться от полицейской док-станции в любом случае не получится. Внутри. Я зашел в тупик. Нужно связаться с Грегори и решить, что делать дальше. Грегори, прием. Я на месте. Да, но F2 обнаружить не удалось. На входной двери установлен пневматический замок. Судя по всему, полиция недавно была здесь и обыскала помещение. Возможно, диск все еще здесь. Я нашел потайной сейф, который не был вскрыт полицией, но не знаю, как его открыть.
видел сообщение, которое пришло меньше суток назад. Видимо, уже после того, как полиция обыскала квартиру, потому что оно не было прочитано. Из сообщения следует, что у нашего информатора была назначена встреча в неком ядре. Как мне взломать сейф? Он был спрятан за картиной. Вероятно, они его просто не обнаружили. Я исследовал картину и обнаружил, что она открывается. Прием. Поднесите ваш интерком ближе к сейфу, чтобы я мог подключиться к нему. Хорошо. Я возле сейфа. Хорошо. Устанавливаю соединение. Подключено. Сейф очень старой модели. Я уже нашел в интернете информацию об уязвимости в его защите. Нужно произвести заводской сброс. Готово. Сейф сгенерировал новый пароль, и я перехватил его, но он зашифрован. И что делать? Использован криптографический тип шифрования. Его нельзя взломать удаленно. Сейчас я напишу программу, которая поможет вам подобрать пароль. Переставляйте элементы на экране сейфа, используя подсказки на табло интеркома. Готово. Можете приступать. Арти, я прерываю разговор. Кто-то пытается запеленговать наш сигнал. В течение нескольких часов вам нужно соблюдать радиомолчание. Все необходимое для взлома сейфа у вас есть. Конец связи. Но я никогда не занимался взломом. Придется рассчитывать только на себя. Как я и предполагал, диска данных внутри не оказалось. Но, видимо, я нашел ключ, о котором говорилось в письме. Придется рискнуть и отправиться в бар ядро. Может быть, там мне удастся найти что-то. Нужно уходить. Здесь я больше ничего не найду. Почему окна в этом здании заколочены досками?
освещение функционирует, хотя здание выглядит давно заброшенным. Странно.